Международная научная конференция «Хозяева и гости усадьбы Везёмы и Захарова» прошла в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина. Она объединила сразу три традиционных ежегодных мероприятия – «Голицынские чтения», «Пушкинскую конференцию» и «Троицкие чтения». Ее участниками стали ведущие пушкинисты, искусствоведы, культурологи, историки, архитекторы и краеведы из различных городов России, а также из Монголии, Молдавии, Татарстана, Италии и Франции.